Красота во флорариуме в форме кувшина из стекла. По цене 750 рублей. Три тысячи девятьсот пятьдесят. Вот такая минималистичная композиция в стекле из одиночного кустарника в форме топиария, камня. Миниатюра природы со вкусом скромно, минималистично. Аспарагус в кубе и мох. Снова флористы проявили фантазию, очень красивые композиции. Цену я не нашла. Сейчас поищу, наверное, где-то с обратной стороны. Нашла. 3000 он стоит. И еще подобная композиция, в которую вошли давали аспарагус. Такой высокий флорариум, мох, и слоями выложены камни, кора и мох. Интересная слоистая структура оформления почвы для корней. Цена 3950. Орхиодариум флорариум. Много интересных композиций. Вот такой еще круглый вариант. Там много растений. Ну и вот такая еще интересная флорариум трубка за 3000. Еще один флорариум кубической формы, давали камни, мох. Скромно, но как красиво. Очаровашка. Обычный плющик, хидерочка, но посмотрите, как горизонтальная поверхность красиво оформлена. Кубический флорариум. Слоистая укладка различных природных материалов. Песок, галька, ракушки, мох, кора. И даже шишка. Цена этой красоты 950 рублей. Очень красиво. Хой. Красивые листья пятнистые. Много серебра. Вот такие вот большие побеги. Хоя грацилис 1275. Вот сколько свежих красавиц сегодня. Все увешано. Милахи. Много зеленых сциндапсусов. Цена 1190. И еще один сциндапсус. 1190 тоже. Пиктус требия. Красивые листья. Сансивьери Yellow Stripe. Посмотрите, какие красавицы. Яркие полосы.
а внутри розетка желтого цвета. Какой контраст, какие красивые цвета. Очень интересные листья. Хорошо сформированные растения. Цена 698. Здесь рядом еще есть, но они как-то слегка иные по цвету. Может быть, зависит от освещения. Но сорт и цена та же самая. Yellow Stripe. Яркие оглаши, свеженькие, ярко-розовые листья. Очень сочный окрас. Cherry Baby 659 с копейками. Рядом еще оглаши, но они уже не такие яркие в сравнении. Jump Red 719. У них не такие яркие листья. Очень, конечно, сильно отличаются. И рядом еще один вариант оглашек. Здесь уже более насыщенно. С красным листьем. Крети 880. Еще одна главная мамария 759 с копейками. Ярко-сочно-зеленые листья. Интересный пятнистый рисунок. Но все же красно-розовые сегодня. Красивые все, особенно, конечно, Cherry Baby. Еще одна оглаша Silver Frost 1400. Вот такие вот чудесные листья, много серебра. Еще такие вот полосато-зебровые рисунки на листе, очень изящные. Агланема в миксе написано 760 рублей. Нет сортового названия. Еще есть Юбипи компакта, тоже 740 рублей. Очень разнообразные рисунки на листьях, окрас листьев, много оглашек. Приехали свежие малиночки, вот на таких слоновьих ножках. Все высокие ножки. По 365 есть вот такие вот крупные подрощенные красавицы. Но все же вот эти слоновьи ножки великолепные. Слева она вся покрыта мхом. Густые кроны зеленые. И цена 1598. Красавцы фикусы 400 рублей микрокарпа. На таких чудесных корневищах ножках. Причудливые
корневища. Каждый по-своему неповторим. Этот вообще как арка. Очень много, свежие, интересные, густые кроны. Очаровательные растения. Снова появились пират Пикати. Почти 1000 рублей. 998 с копейками. О, какие же красивые цветы. Очаровательные цветы с красивым рисунком великолепного цвета. По 2 побега. Отличная корневая система, свежие орхидеечки. Пират Пикати 998 с копейками. Очень красивые. У них рисунок и цвет, все великолепно. У нас тут